Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, у нас в 7 часов будет техобслуживание, как вы видите. У меня осталось 1,5 часа, но я думаю, что я успею сделать все задания. А самое главное, что мы сегодня будем опять открывать, друзья мои, персонажей. Так, ну что? На почте у нас что там? Боевой пропуск, сезон 6. Но это мне не надо. Так, этапы. Здесь заберем. Ну что, пойдем открывать бойцов, друзья мои. И первый, кто у нас идет по очереди, это Человек-паук. Че это у него такое? Это у него плащ такой интересный. В общем, герой, город Био, сдерживатели, паучья вселенная, опутывание. То есть он провокатор? А по нему не скажешь. Так, ну что, вербовка 20 тысяч стоит. То есть это среднее такое, да? И имеет всего лишь, ну, 2-3 звезды. Порез когтями. Значит, наносит основной цели 80% урона. Также атакует одну ближайшую цель, нанося 60% урона. Ну, в испытаниях меня интересует. Слушай, ну, из атакующих он всего лишь основную цель бьет и ближайшую. Одну цель всего лишь. Не очень хорошо. Так, второе это шок и трепет. Наносит основной и ближайшим целям 100% урона. Вот это уже получше будет. Накладывает усиление атаки на двух случайных союзников, у которых нет усиления атаки, отдавая приоритет союзникам с особенностью опутывания. То есть он будет очень, ребят, хорошо в паучьей команде. Даже так бы я сказал. Именно в паучьей команде. Так, давай мы ему сразу оденем, что можно. Все, прекрасно. В общем, следующий, ребята, у нас идет плащ. Это у нас герой город мистики. Опять же сдерживатель. И новый воин. А что значит новый воин? Тоже стоит 20 тысяч. Но, как мы видим, у него 3 звезды, но красные все. Так, первая способность, это, ребята, во тьму. Накладывает срочную помощь на одну случайную союзную кинжал. И наносит основной цели 80% урона и накладывает ослабление атаки. Срочная помощь, то, что вот он накладывает, это хорошо, ребят. Так, наносит основной цели 100% урона и накладывает замедление и ослабление защиты. Призывает на помощь одну случайную союзную кинжал, которая наносит на 50% больше урона. Ничего себе. Плащик. Ну что, вербуем? Да, 3 звезды у него, отлично. Так, сейчас напялим все, что можно. Так, идеально. Ну и последний, это у нас Агата Харкнесс. Блин, ведьма, да, какая-то. Злодеи, мир, мистики, поддержка, книга тьмы. Тоже, ребята, стоит 20 тысяч. Так, как мы видим, 3 звезды, одна из них красная. Ведьмовство. Наносит основной цели 50% проникающего урона. Если основная цель мистик, наносит ей урон в размере 5% от максимального здоровья цели. Ага, вот так вот, да, значит. Наносит основной цели 70% проникающего урона и накладывает замедление. Но пока я скажу, ребята, не очень хорошо. Вот тут еще плюс 30%, да, по основной цели. Это будет плюс 30 и 70, это уже будет 100%. Ну, блин. Может быть, конечно, другие какие-то будут у нее нормальные способности. Но вот эти вот что-то мне не очень нравится. И, если честно, я не видел во вражеских командах вообще ее. Ни в одной. Сколько я не дрался, не видел я ее там. Так, ладно. Тут у нас очередное достижение. Так, а что это у меня тут? Опять, наверное, что-то поп... А, ну, здесь, друзья мои, я не смогу пройти, потому что здесь нужна 15-я категория снаряжения. А так бы, конечно, было бы круто. 15-й категории снаряжения. 5 персонажей, ребят. А у меня, вы сами видели.
Ни у кого из них нету снаряжения 15 категории. Ну что, по персонажам вроде бы все. Так, сейчас я просто посмотрю, что мы еще. Так, рейды и альянсы. Смотреть. Вшивенькая награда, конечно. Ничего не скажешь. Так, ну давай посмотрим, что нам тут подкинут. Ничего хорошего. От слова совсем ничего хорошего. Ну и снарягу. Тоже такой себе. Так, 700. Здесь 300. Ну, пока я, ребят, ничего не смогу купить. Хотя... Ну, на боеголовку надо больше. А мы, кстати, можем же получить, по-моему, да? У нас есть... налет. Ага, есть, но энергии нету. Энергии, к сожалению, ребята, нету. А сотку тратить этих, ну, это как бы... Вот это я не могу понять. Фрагменты сферы небесный коготь. А, чтобы осколки темного ястреба получить. 50. Ну ладно, давай один раз. Ну. Так, нашли, да? Давай, поехали. Один поединок. Ну куда ты, блин, мне... Ай, я не так хотел. Зачем ты мне? Мне надо было симуляцию сделать. Ну ладно, попробуем сами разбомбить. Ну не сами, я имею в виду на автобое. Так, паучок выпендривается. О, росомаха пошла, пошла, пошла. Теперь мой побежал. Ага. Этот солдат берет провокацию. Также и... Блин, вот этот, конечно, с усилением атаки не очень мне нравится. Че, росомаху-то не можете завалить? Он, у него уже ослабление, Иза идет. Так, дай-ка я сам. А, он погиб уже. Ну что, взрыв сделаем? Так, я думаю, можно... Ну давай так сделаем, фиг с ним. Так, паучок слепой, да? А, он в невидимости, ёпрасте, слепой он. Ну и все, добивка. Да, ребят, на изи. Даже никого не потеряли, как вы видите. Ну, что же. Пускай будет хотя бы так. Награда. Три пустельги получили. Пустельги, это, ребят, хорошо. Я ее основательно как бы хочу прокачать. Пока это не очень хорошо получается. Так, если я не ошибаюсь, у нас еще есть возможность поискать кое-что. Так, гоблин, давай начнем с тебя, наверное. О, 6 карточек. Слушай, нормально. Так, и... Мистерио. Тоже 6 карточек. Значит, у нас там идет, судя по всему, бонус. Так, а на стервятника хватит? Наверное, не хватит у меня на стервятника. А, я его и не могу искать. Это есть только шокера. Сколько? 19 энергии всего лишь, ребят. Ну, давай тут потратим. Тем не менее, 2 карточки успели урвать. Так, ежедневки выполнены. Здесь забираем. Надо будет еще, ребят, на арене сделать один бой. Я знаю, что я там проиграю, но он мне нужен для того, чтобы продвигаться дальше по таблице. Да что вы мне кроссбоунса выдаете? Ну, зачем он мне? Он мне сейчас в данный момент вообще и даром не нужен. Потому что он у меня полностью прокачан. Он полностью прокачан, а толку от него, ребята, мало. Его как валили, даже намного ниже противники, так и валят. Но зато, когда я почему-то играю против кроссбоунса, я видел, как ребята он разносит просто в хлам. Особенно своим вот этим вот ударом массовым.
Ну, видимо, он там был слишком сильно перекачан для меня. Так, что я хотел сделать? На арене, да? Подожди, мне еще нужно Иза. Тут везде по нолям. Все в сухую, ребят, все потратил. Так, ну что, арена? На арене, ребят, бесполезно там драться. Меня там ушатывают, потому что враг намного сильнее. Ну, что вот это такое? Ну, 300. 341, 409. Ну, только если здесь попробовать. Но опять же, ребята, Колос плюс Ультрон со своими призовами. Да нет, конечно, никаких шансов здесь нету. Мне давным-давно надо в команде вот этого чувака заменить. Ребята, ну это просто обычный солдатик. Он беспонтовый. Ну что, начнем с Минервы, наверное. Почему? Потому что, ребят, надо... Ах ты, он ее в инвиз убрал. Блин, этот Ультрон со своими призывами. Но она не дура, понятно, что она тоже делает. Пойду я, наверное, этой лупану разок. Это кто там? Не пойму. Нифига там кровотечение навешали. Оу, и еще даже плюс в 5. Я просто не могу сказать. Ты посмотри, они забафаны как. Они что, издеваются, что ли? Это кто-то как оббафал весь. Фига себе, она, блин, гадина возродилась, прикинь. С фул хп, блин. Зашибись. Слушай, она что, запретила мне возрождение, чувака? Да ну тут нереально, ты посмотри, сколько тут альтронов. Раз, два, три, четыре, пять. Чё за... Охренеть, усиление, отражение, чё там только не навешал. Ой. Не, ребят. Это нереально. Какое? Они, ты посмотри. Защита от смерти, уклонение, дополнительная защита, контратака. Какое нафиг? Хотя по силе он мне уступает, ребят. Да у меня команда говно, потому что вот на самом деле что, ребята. Так, вот для этого, ребят, я брал, надо... Что тут, где вот? Так. Слушай, 150, нормально. Я хочу как можно, ребята, быстрее дойти до... Ой, фига себе. Вот до него. Потому что мне нужно еще, ребят, 4, и он у меня будет открыт. Но слишком дофига там ползти, конечно. Так, ну что, давай прокачаем, наверное... У меня самый слабый — это железный человек. И еще слабее — это, конечно же... По-моему, зимний солдат. Ну да. Вот он, зимний солдат. У него всего 8 тысяч, у этого 10 тысяч. Но почему-то все равно я хочу, ребята, прокачать железного человека. 63 уровень. Так, 12 тысяч мощей. Ну уже, ребят, уже что-то. Сотка не хватает. А ти здесь не выпало. Жаль. Ну, а так что, ребята? А так, в принципе, и все. А, в рейды надо еще зайти, глянуть. Так, секунду, опять что-то у нас здесь.
Осколки персонажей. Мне бы хотелось бы знать, знаешь что? Так, сейчас гляну здесь. Подожди-ка. Тут всего лишь одна, это понятно. Но здесь нам ничего не светит. Здесь можно купить, но я, ребят, хочу все-таки на дедлока накопить. А здесь на боеголовку, наверное. Ну, каждый день, ребята, правда, здесь обновляется все. Так, по припасам сейчас гляну. Может, что надо докупить. Например, вот этих мало. Этих вообще мизер. Этих тоже мизер. Этих ноль. Может, добить? Нет, тут дофига добьют. Хотя можно и добить, ребят. Давай добьем. Я не запарюсь там добивать-то. 2500. Был на ноле, ребята, считай, опять уже 7,5 лямов. Все, добили, да, золотое измерение. Давай заберем. Опа, нифига себе. Это что у нас такое? Кредиты ИЗА 8К2. Ну, это, видимо, еще круче ИЗА. Так, и в рейдах я хотел глянуть. Дальше вступить. Так, команда удара 2. Ну, давай начнем вот с этой. Да вы издеваетесь, блин. Да. Да какой тут, ребята, играет? Тут проигрыш будет. Да, там такая еще команда. Супер, блин, зверская. Мне не потянуть ее. Вообще никак. Тут бесполезняк. Я просто, ребята, делаю сейчас для того, чтобы мне засчитали вот эти бои. Мне нужно там отыграть сколько-то в рейде. Не помню, там 9 боев или еще сколько-то. Ну... Вообще, у них не меняется ничего, ребят. Так, а вот в этой тогда команде. Здесь-то вроде бы мы нормально рулим. Так, через час, друзья мои, обслуживание будет. Я не знаю, насколько долго... Но я знаю только одно, что какие-нибудь плюшки, награды нам дадут за ожидание. Я надеюсь, что-нибудь полезное в этом будет. Так, сколько у меня еще? Одна попытка, да? По-моему. Так, вы писали в комментариях, что началось событие в этом. Драконы Олуха. Надо будет туда зайти посмотреть. Все, ребята. Осталось раз, два, три, четыре. Четыре поединка. И Ультимус будет повержен. Но ты не забывай, что кто-то может зайти сюда и от этой точки уже начать плясать и дойти до Ультимуса. И все. Ну что, получаем здесь. Тратить энергию следующую. Через 6 минут, ребята, новая энергия у нас появится. Но я уже ждать не буду здесь. Так, Колсон. Во, вот что надо. Улучшаем, ребят, во. Надеваем. Надеваем. Так, ну что, 63 уровень он, да? У него 12 тысяч мощей. Все равно, ребята, этого мало пока.
Ну, зимний солдат никак не хочет прокачиваться. Пусть Эльга тоже пока молчит. Так, можем ее? Она мне тоже нужна, ребята. Только ей нужно 4 звезды, чтобы мы могли уже принимать участие в следующем событии. Так, плащ. 8 уровень. Плащ, Человек-паук и Харкнесс. Тут еще вон на подходе, ребята, у нас множитель, Броун, счастливчик, призрачный гонщик, железный человек, зомби. Ну, в принципе, все, что я хотел сегодня, ребята, сделать, я сделал. Давайте на этом закругляться и увидимся уже в новых следующих видосиках. Так что всем удачи и пока.